Привет, друзья! Поздравляю вас с наступающим праздником и желаю вам здоровья и благополучия. Предлагаю вкусный рецепт праздничного печенья, которое готовится буквально за полчаса. Рецепт напишу, как обычно, под видео. В миске соединяем яйца, ванильный сахар и сахарную пудру. Перемешиваем. Добавляем мягкое сливочное масло и муку. Замешиваем тесто. Тесто замешиваем быстро, оно получается мягким, но не липнущим к рукам. Перекладываем его в пакет и в морозилку минут на 10. Через 10 минут я разделила на две части для удобства. Подпыляю стол мукой, раскатываю тесто в пласт примерно в 0,5 сантиметра. Также тесто подпыляю мукой и вырезаю фигурки. Я взяла фигурки крестик. Перекладываю на противень и в духовку минут на 10. При температуре 180-200 градусов конвекция вверх-вниз. А через 10 минут печенье готово. Можно посыпать сахарной пудрой. Печенье получается рассыпчатое, нежное и очень вкусное. Поздравляю вас с праздником, желаю здоровья и всего самого-самого наилучшего. Спасибо, что были со мной, смотрели видео. Здоровья вам и вашим близким!